Сырович, в целом по площадке ситуация следующая. 22 жилых дома по этому микрорайону, 6426 квартир. На сегодняшний день по 11 домам завершены или завершается пробивка свай. На 5 домах уже ведется работа по возведению ростверков, как вот на этом доме. Наиболее опережающий подрядчик — это Ахтаж, следом идет Грейдстрой и Камгэс. Угу. Слабовато пока идет по ПСО Казань. ПСО, какие причины? Технику завозим, вот сегодня 4-й своевок завезли, ускорение будет, мы уже вышли вчера на 35 своих в сутки, по плану нам надо 54 свои забивать, я думаю, мы в течение 3-4 дней добьемся и все будет нормально. Из 5 пока домов начато 1, 2-й только выкопан, но надо ускорить ПСО, для того, чтобы, если мы хотим, все-таки в те графики, которые заявлены, что с августа следующего года мы начнем ввод домов, надо ускоряться по своему. Остальные пока подрядчики в этом графике идут. У заказчика какие вопросы к подрядчикам, к районной администрации? У нас много вопросов есть, в принципе. Мы просто провели совещание, дали целый вопрос, кто что должен сделать для порядка. Могу сказать, что сегодня так вот в режиме незатухания работа идет. Ахтаж вышел на нормальный режим работы, договора подписал, заявился на площадке, ИТИС, заявляется материалы, покупает, показывает, все остальные пока в процессе находятся, делаются. Один из основных вопросов, который волнует жителей, это распаковывание очередности, переведение в основной реестр. Как идет у нас работа? Работа пошла, в этой части могу сказать, у нас был небольшой ажиотаж, даже был какой-то момент, когда стоял несколько сот человек в очереди. Да. Мы решили проблему, спасибо большое Министерству связи, правительству, Гафаров. Мы сделали следующее, сделали программу. Сегодня каждый житель может в интернете записаться, дать свои координаты. И к приходу договор распечатан уже есть. И приходит буквально минуту, получает договор. Сколько сегодня в основном переведено? 7800 в общей очереди. Ага. После начала строительства 2139 человек государственных жилищных фондов были переведены. Сейчас вот они, как Владимир сказал, заключают договора, то есть платежи пошли, из предварительного списка 2139 переведены, пока 3400 пока остаются. Хорошо, а по 3400 какая динамика будет? Я думаю, по 3400 мы вот когда начнем следующие микрорайоны, вот здесь 4 микрорайона, я намерен, в октябре все-таки мы должны сделать схему, которую мы сделали, она утверждена по 4 районам, сейчас готовится схема еще 4 района, утвердится, и у нас еще есть проблема по Оренбургский тракт, М14, вспомните, район такой. То есть в октябре мы сможем сказать, когда следующий? Я думаю, в октябре месяце мы не можем сказать, а мы скажем уже, люди приходите и будем регистрировать, все пойдет. Спасибо.